DTV Prompt – это новейший цифровой душевой термостат от фирмы Kohler. Он сделает принятие душа более приятным и предоставит вам контроль, удобство и функциональность, оставаясь при этом простым в использовании и установке. DTV Prompt легок в установке и подходит как для новых душевых систем, так и для модернизации уже существующих. Расстояние от клапана до дисплея может достигать 6 метров, что дает полную свободу при установке. Снаружи душевой кабины можно разместить второй, легко доступный дисплей. Использовать DTV Prompt очень просто. Управление большим жидкокристаллическим дисплеем происходит интуитивно. Вам не обязательно знать его технические характеристики, чтобы управлять термостатом. DTV Prompt имеет несколько удобных функций, которые предоставляют вам полный контроль. Чтобы включить или выключить душ, просто нажмите кнопку включения. Принимая душ, можно регулировать температуру воды. Нажатие на красную стрелку сделает воду горячее, на синюю – прохладнее. Вы можете также заранее установить предпочитаемую температуру, и при следующем включении душа температура воды будет автоматически выставлена на данное значение. В режиме прогрева вода течет, пока не достигнет нужной температуры, а затем приостанавливается, чтобы вы могли зайти в кабину. Функция паузы позволяет приостановить поток воды. При этом выбранная температура поддерживается до 2 минут. Функция таймера дает возможность установить продолжительность принятия душа, чтобы экономить воду и заботиться об окружающей среде. DTV Prompt универсален. Его можно применять для ручного душа, душевых колонн и модулей, а также для верхнего душа. Встроенный клапан позволяет направлять воду на различные выходы нажатием одной кнопки. Вы можете направить воду на ручной душ, верхний душ или на оба выхода одновременно. Элегантный и современный дизайн DTV Prompt подходит для любой ванной комнаты. Душевой термостат DTV Prompt – простой и универсальный. Познакомившись с ним, вы не захотите принимать душ по-другому.